Я приглашаю на сцену Анжелику Батрьян. Пока собираются все, мы вот книга «Воина духа». Немножко зачитаю. Такой хороший настрой. Такими качествами обладает воин духа. В преодолении себя находит воин духа усладу. В непрерывном духовном поиске счастья его. Если бы в мире вещей все стало слишком хорошо и не с чем было бы бороться, зачах бы воин духа и превратился бы в потакающее себе существо. Но воин духа не ищет трудностей, они сами находят его. Каждая такая трудность помогает еще полнее сблизиться с тем, кого он любит. И тот, кого он любит, встречает его каждый раз воина духа в себе, бесконечной любовью. Ведь именно он создал для воина духа те преграды. Воин духа никогда не выходит из состояния любви, ведь он превратил себя в любовь. Он стал океаном любви и блаженства. И для него выйти из состояния любви так же тяжело, как океану выйти из своих берегов. Он живет для любви. Он живет, чтобы дарить, чтобы дверь тем, кто хочет войти, отворить. Он живет для него, чтобы жизни росток в каждом к солнцу пробиться сквозь толщу тревог. Он живет для людей, чтобы души открыть, чтобы истины вечные вновь повторить. Он живет для любви, чтобы солнцем светить, чтобы каждый, кто жаждет, воды мог испить, исходящий из самых глубин бытия, кто живет без начала, кто живет, где живет изначальное высшее Я. Всем, кто хочет, желаю достичь состояния воина духа. Книга «Воина духа», вот ее можно приобрести, есть она в интернете, ее можно вот на лавке, всего лишь она стоит, по-моему, 30 гривен, где-то 25. Вот. Очень много у нас интересных книг. Подходите. Здесь очень интересные состояния даются, медитации, состояния.